Добрый вечер, друзья. Приветствую вас. Это Лига чемпионов бизнеса, юбилейный 35-й сезон. Футбол. Матч между командами «Леонид» и «Яковлев». Ранее эта команда называлась «Иркут». А меня зовут Евгений Романюк. Мы к вам включаемся с небольшим опозданием. Ну, технические сложности иногда присутствуют везде, от этого никуда не деться. Ну что ж, раз уж у нас не было какого-то дополнительного времени на раскачку, скажем так, давайте начнем, наверное, с главного. Простите за эту паузу, я снова с вами и больше никуда уходить не собираюсь. Ну что ж, «Леонид» играет в голубой форме, их соперник Яковлев, я так понимаю, играет в белой форме. По поводу Яковлева и вообще этой команды мы поговорим еще отдельно по ходу трансляции. 10-я минута встречи, счет уже 1-1, но прежде чем озвучить вам составы обеих команд, протокол у меня на руках уже есть, хотелось бы сказать пару слов о нашем новом партнере. Компания «Староматический источник» является широко известным подмосковным производителем артезианской природной воды. Лидеры по доставке воды по Москве и Московской области. Гордятся тем, что уже 30 лет доставляют дома легендарную воду и осуществляют сервисное обслуживание оборудования. Ну что ж, теперь, когда по формальностям, скажем так, мы уже прошлись, можно и составы представить. Начнем с команды «Леонид», они формальные хозяева площадки. 8-й номер — Тимофеев Андрей, капитан. 1-й номер — Гаврилов Иван, вратарь. 5-й номер — Коробкин Александр. 11-й — Махов Азрет. 17-й — Лутков Илья. 29-й — Малиновский Дмитрий. 24-й — Сулейманов Тимур. 2-й — Цыганов Владимир. И 12-й — Чернеев Никита. По составу команды «Яковлев». 21-й номер — Осипенко Александр, капитан. 1-й номер — вратарь Аношкин Николай. 15-й — Богдасаров Владислав. 11-й —
Бахарев Сергей, 4-й Бащук Максим, 20-й Грачев Сергей, 10-й Лишенко Роман, 7-й Потанин Роман, 9-й Рожков Григорий. И 3-й номер Юдин Егор. Да, теперь вот назвал абсолютно точно всех. Яковлев с мячом на своей половине. Этот мяч теряют. И предоставляют возможность команде «Ланит» разыграть здесь стандартное положение. Слишком людно. Очень много футболистов в белой форме. Борьба в центре поля. Ничего себе. 17-й номер — это Лутков. Да, Илья Лутков, конечно. Узнал его по прошлому сезону. Удар в ближний угол. Организовал атаку 17-й номер. Команда «Ланит». Потрясающий отбор в центре поля. Выкатил мяч удобно своему партнеру на левый фланг, и тот уже пробивал в голкипер. Угловой разыграли незатейливо. Передача в центральную зону, скидка. Ну, несколько оптимистичная была атака. Тем не менее, в прессинге «Ланит» накрывает своего соперника довольно шустро. Через короткий пас, тем не менее, пытается играть команда «Яковлев». Но раз за разом натыкаются на вот такую очень массивную, но при этом подвижную в центре поля из трех игроков команды «Ланит». Великолепный прессинг. Смещение в правый фланг в исполнении 8-го номера Андрея Тимофеева, капитана команды «Ланит». Попытка прострела не удалась. Но будет еще один шанс. В этот раз с аутом. Не самый, наверное, сложный, не самый интересный розыгрыш. И это значит, что у нас есть повод обратиться к нашему чату. Дорогие зрители, добро пожаловать на трансляцию. Пусть и с опозданием, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Гражданин Миронова, приветствую. Футбол Live. Здравствуйте. Александр Фрей пишет: Яковлев всегда будет первым. Друзья, я вижу ваши сообщения, я читаю их. Так что не стесняйтесь, пишите, передавайте привет своим любимцам. Пишите, за кого болеете. Я всегда сейчас в ВКонтакте. Всегда вам отвечаю, всегда мониторю. Ну, а что касается команд, которые встречаются сегодня. «Ланит» и «Яковлев». Были у них уже пересечения между собой. В частности, 23 мая 2022 года они уже сыграли друг с другом. И тогда «Ланит» выиграл со счетом 2-1. До этого, 4 апреля также 2022 года они сыграли. И тогда уже победил Яковлев со счетом 3-2. Ну, тогда это был не Яковлев, тогда это была команда «Иркут». Может быть, под таким именем вам она известнее. 24-й сезон в Лиге чемпионов бизнеса. 24-й, друзья. С 11-го года, с осени 11-го года Яковлев выступает в этом турнире. Это самая опытная команда, самый опытный участник этого турнира. Единожды становились чемпионами. Это было как раз весной 2012 года. Также очень часто играли в кубках различных. Выигрывали серебряные кубки, суперкубки. Золотых кубков, кажется, не было. Да, действительно не было. Но, может быть, в этом году что-то по-другому пойдет. Будем следить. Ну, а «Ланит» 4 сезона. 4-й, точнее, сезон в Лиге чемпионов бизнеса. Смотрите, какой повтор хороший. Розыгрыш стандарта. И удар в исполнении Егора Юдина. Угловой для команды «Яковлев». Вернемся к обсуждению истории команд чуть позже, когда закончится эта контратака команды «Ланит». Слишком слабый пас. До адресата было далековато. Подкат. Чистый подкат, по мнению судьи. А я напомню, что у нас, во-первых, самые лучшие судьи. А во-вторых, есть система ВАР. На случай, если самые лучшие судьи по какой-то причине момент упустили из виду. Более того, у каждой из команд есть возможность один раз за матч воспользоваться такой опцией, попросить судью посмотреть спорный эпизод. Так вот, да, как раз сейчас, видимо, требуется небольшая пауза. Игрок команды «Ланит» оказался на газоне. Сергей Бахарев был, судя по игровому номеру. Так вот, 4-й сезон для «Ланит» единожды становились чемпионами как раз вот весной 23-й. В дивизионе «Владикавказ» заняли первую строчку с очень-очень хорошей статистикой. По лучшим игрокам
Если говорить про, по проведенным матчам, то уланит это Владимир Цыганов, 32 игры. Лучший бомбардир команды Илья Лутков, 37 мячей. Лучший ассистент Азер Кумах, 22 ассиста. На втором месте Илья Лутков. Также Лутков лучший по системе игрок из класс, 54 балла. Казаки набрал в 25 играх. Больше двух голевых действий в среднем за игру на счету 17-го номера команды Лани. Потрясающий прошлый сезон провел. Просто феноменальные какие-то цифры демонстрировал. И, как видим, уже этот сезон начинает тоже довольно ярко. Что касается команды Иркут. Здесь, ну, как вы понимаете, за все те годы, которые команда провела в Лиге чемпионов бизнеса, состав менялся. Но лидер по проведенным матчам Алексей Николаев. Он до сих пор в заявке, но сегодня на эту игру приехать не смог. Лучший бомбардир это Григорий Рожков. Он как раз сегодня на поле под 9 номером. Ну а лучший ассистент тоже Григорий Рожков. 60 голевых передач, 131 гол. Григорий Рожков, все это в 160 матчах. Очень и очень хороший. Солидный, я бы сказал, показатель. Ветеранский. Яковлев с мячом. Через левый фланг пытается выйти в атаку. Хорошая диагональная передача. В одно касание. Пас, удар пяткой. Первый классный момент. Наверное, с игры. Именно, не со стандартом. В исполнении команды Яковлев. Планик убегает в контратаку. И снова усилиями Сергея Бахарева. Прошу прощения. Снова. Это был Махов Азрет, конечно. Через центр выходит Ланит. Дальний удар. Мяч в руках у голкипера команды Яковлев. Николай Аношкин. Вижу еще сообщение в чате. Федор Барков пишет. Товарищ комментатор, сегодня будут показывать матч Ники Эд. Друзья, сейчас я уточню этот момент. Насколько я понимаю, матч Ники Эд должен проходить на третьей площадке. Отсюда и вопрос. Опять же, сейчас эту деталь уточню и дам вам точный ответ. Никет, да, на третьей площадке против Пепсико должны играть, но проблема в том, что у нас там сейчас есть технические сложности с оператором этой площадки. Игра точно идет. Прямо сейчас матч проходит. И, скорее всего, этот матч уже выложат в режиме записи. В том или ином формате. Но показать его в прямой трансляции мы не сможем. Опять же, всякое случается. Сегодня вот ввиду таких сложностей пострадала третья площадка наша. Мы сами тоже готовились, и комментатор был потрясающе готов на этой площадке, и режиссер тоже просто на горячем старте находился. Но надеюсь, этот случай первый и последний за весь сезон, когда мы не можем показать матч в прямом эфире. Тем временем Яковлев с мячом. Защитники пасуются. Всегда пожалуйста, Федор. Всегда пожалуйста. Вы знаете, что можно зайти просто на трансляцию, спросить меня о чем-то. Какой хороший момент возникает. Что делает Азрет Кумахов? Давайте смотреть повтор. Потрясающая передача и удар в одно касание. Хорош. Азрет Кумахов хорош. 2-1 в пользу Ланит. Игра передачи на счету Ильи Луткова. Ну, кто бы сомневался. И теперь команде Яковлев нужно отыгрываться. Не просто отыгрываться, а делать это желательно поспешно. До конца первого тайма остается 5 минут, будет еще целиком 25 минут во втором тайме, но кто знает, как события развернутся там.
Пока что Ланит показывает очень аккуратную, но при этом очень содержательную игру. Не теряет мяч на выходе со своей половины. Диагональный пас на Умахова. И назад голкипер. Не видит продолжения футболиста в голубой форме. И начинает заново. Есть ощущение, что и Ланит тоже не меньше 20 сезонов уже отыграли в Лиге чемпионов бизнеса. Настолько команда чувствует прекрасно происходящее на игровой площадке. Есть ли болельщики команды Ланит у нас в чате, друзья? Надеюсь, есть, потому что игроки-то запись игры повторы обязательно посмотрят. Им будет приятно знать, что за них переживали. Поэтому не стесняйтесь, пишите, за кого вы сегодня здесь. Не слишком удачная попытка дальнего удара. Ялутков. Интереса ради. Хочется посмотреть в... Я не так часто это делаю в новом сезоне. Прошлый тур, второй. Вообще половину пропустил из-за болезни. Но интересно, успел ли попасть уже Ялутков в сборную тура? Да, разумеется, успел. Ну, конечно. Конечно, успел. В прошлом туре, во втором туре, сделал дубль. Но, к сожалению, для своей команды, к сожалению, для Ланит, на результат это никак не повлияло. Ланит все равно проиграли. Пока что у Ланит в этом сезоне побед нет. В первом туре ничья против. По безопасности со счетом 2-2. Во втором туре поражение. Вот, Positive Technologies. 2-3. Ну, а Яковлев начали сезон с двух побед подряд. Обыграли как раз все тот же Positive Technologies со счетом 2-1. А затем расправились с командой Касперский. Беспощадно 3-0. И сейчас пытается отыграться за несколько минут до конца первого тайма в матче против Ланит. Напоминаю, эти команды, ну, не то чтобы богатые, но есть история противостояния. По-разному они друг друга уже обыгрывали. Хорошая передача в центр. Подзавозился здесь мячом, конечно, Александр Коробкин. Не очень много моментов в последнее время у нас в этой игре. Мяч ходит активно, очень быстро. Футболисты часто меняются позициями. Ну вот, наверное, как Ланит перестал агрессивно прессинговать на чужой половине. Игра немножко скорость утратит. Хороший отбор. Илья Лутков сам тащит мяч по правому флангу. Удар в дальний угол. Здорово, но не точно. Егор Юдин получает здесь по ногам. Зарабатывает. Плюс один в копилочку суммарных нарушений команды Ланит. Атака через левый фланг. Григорий Рожков. Ну, точно здесь на мяче поскользнулся Владимир Цыганов. Никто его не встречал. Никто с ним в контакт не вступал. Просто на мяч не вступил. И такое бывает в футболе. А вот в пользу команды Ланит. Очень быстро здесь и экстремально эффективно накрыли соперников футболисты команды Яковлев. Мало того, что мяч после аута отобрали, еще и вынудили нарушить правила. Я напоминаю, что по регламенту Лиги чемпионов бизнеса он мало чем отличается от обычных нефутбольных правил. Так себе удар получился со штрафного, но в любом случае, касательно правил. У каждой из команд есть возможность нарушить правила до 5 раз. После 5-го фола каждый последующий оказывается 10-метровым. Команде Ланит здесь нужно было бы быть поосторожнее, как мне кажется. Впрочем, они ведут в счете, и инициативу отдавать, конечно, не собираются. Угловой. Под самый занавес первого тайма. Легко справляется защитник команды Яковлев. Есть ли возможность убежать в контратаку. Егор Юдин смещается в центр. Удар! Хорошо раскачал защиту Ланит и сам все. Сам все решил завершить. Никто из партнеров не успел просто к этой атаке
подключиться. Ставим плюсик рядом со фамилией Егора Юдина. Очень классное атакующее действие. Ну а мы уходим с вами на перерыв, во время которого посмотрим лучшие моменты первого тайма. Не переключайтесь. А мы возвращаемся к вами, друзья. Второй тайм начинается. Леонид Яковлев. 2-1. 2-1 в пользу номинальных хозяев площадки. С мячом Яковлев. Они играют в белой форме. Второй раз составы называть, наверное, уже не буду. Не думаю, что вы их забыли. Длинная передача в борьбу. На 11 номера команды Леонид. Кумахова Азретом. Вверх он выиграл, но скидка получилась не очень точно. А вот в пользу команды Леонид они разыграли довольно быстро. Несколько ложных движений. Дальний удар, хороший. Прямо по газону мяч стелился. И выстрел Тимура Сулейманова получился довольно опасно. Если подытожить то, что мы видели в первом тайме, можно сказать, что Леонид действует скорее первым номером. Здесь опасная ситуация возникает. 2-1 запрессинговали защитника футболиста Яковлев. Ну и как же здесь не попадает по воротам Роман Лишенко. Обязан был в створ попадать. Выручит там уже Иван Гаврилов или не выручит, это уже его проблема. В створ, то есть в такой позиции. В любом случае отмечаем высокую активность игроков команды гостей на старте второго тайма. Понимают они прекрасно, что Леонид команда отличная, опытная, с большим количеством мастеров в составе. Так что Азрет Кумахов еще один шанс упустил. Если так и дальше Леонид продолжит транжирить эпизоды у чужих ворот, то в какой-то момент они рискуют обнаружить себя в позиции догоняющих. Это Лига чемпионов бизнеса. Да еще такой дивизион. Дивизион Тула, чтобы вы понимали. Я зачитаю вам команды, которые в этом дивизионе также участвуют, помимо тех, что на поле сейчас находится. Еще один хороший удар какой. Яковлев, IT-MSK. Positive Technologies, Леонид, код безопасности Касперский. Здесь даже я, человек, который второй сезон подряд уже чемпионов бизнеса, не рискну предположить, кто же будет бороться за чемпионство. Могут и бывшие игроки команды Иркут, имени Яковлев. Еще один хороший заброс в направлении Ильи Луткова. Не удается по мячу попасть как следует. Да, могут Леонид
общем-то, за первую строчку легко побороться могут и Код Безопасности, и Касперский. В общем-то, действительно, группа смерти. Напоминаю, что в Лиге Чемпионов Бизнеса команда распределяется по дивизионам в зависимости от их выступлений в рамках этого турнира. И вот как раз решили распределить сразу столько сильных команд на одну и ту же группу. Силовой дриблинг в исполнении Максима Бащука. Еще один подбор за командой Яковлев. Падение. Судья сегодня лишний раз свисток не использует. Как будто у него ограниченное количество применений. Еще один удар в дальний угол. Неплохо, неплохо. Команда обменивается уколами, но... пока что вратарям спасать свои команды не приходится. Все рядом со штангой, причем в обе стороны. Очередная атака команды Яковлев начинается с их собственной половины поля. Билдап на коротке. Четыре человека здесь участвуют в розыгрыше. А впереди тогда кто будет под передачу открываться, интересно. Может быть, это и не требуется. Может быть, цель выманить игроков Ланит сначала. Да, так и есть. Это видим прекрасно. Прострел хороший. Это был не удар, это был именно прострел. В надежде, что на дальнюю штангу подоспеет Владислав Багдасаров. И успеет передачу замкнуть. Но Владислав не успел. Тем временем уже после перерыва команды 5 минут успели отыграть. 30-я минута встречи. 2-1 в пользу Ланит по-прежнему. Я уверен, счет таковым не останется. Обязательно изменится, обязательно кто-то еще забьет. Пока что можно сказать следующее. В первом тайме Ланит был активнее, гораздо больше прессинговал, гораздо выше встречал соперника и, в принципе, проводил побольше атак. Касательно эффективности этих атак сказать ничего не можем, поскольку два мяча из тех, что были забиты в первом тайме, мы с вами не видели. Сколько еще моментов команду упустили. Но Ланит, наверное, в первом тайме был посильнее. Во втором тайме Яковлев прибавил в активности и уже мало что позволяет своим соперникам. Из-за бокового готовится вводить мяч Тимур Сулейманов. Попытка номер два. В этот раз уже поделился игровым снарядом с разрядом Кумах. Еще один дальний удар. Снова мимо ворот. Очень хорошая точка для удара. Вот посмотрите сейчас на повторе. Очень хорошая точка для удара. А вот удар получился немного смазан. Ответная контратака. Заброс сразу вперед. Абсолютно всеми возможными приемами пользуется команда Яковлев для того, чтобы доставить мяч на чужую половину поля. И короткие розыгрыши, длинные передачи, и забросы от голкипера. Так, что у нас сейчас происходит? Илья Лутков раскачивает двух соперников. Разведку Махов. В окружении трех игроков обороны команды Яковлев. Как бы талантливы не были эти двое, наверное, все-таки без помощи других партнеров по команде сложновато. Яковлев очень хорошо защищается. Кстати, и форма тоже поменялась у команды Яковлев. Не только название. Состав остался прежним. Форма и название другие. Пас направо. Пытался здесь Сергей Крачев развернуться. Пытался подключить защитника. Также по бровке защитники команды Ланит этого не позволили. Хорошая передача. Разворот. И уходит на столкновение здесь 20-й номер. Бьет по воротам. Прошу прощения, конечно, 10 номер. Роман решает. Еще один удар. Не мудрство, а лукаво. Яковлев продолжает разыгрывать свои стандарты самым простым способом, но при этом доводит дело до удара. Как известно, если бить поворотом, рано или поздно можно забить гол.
Ну, в случае с командой Яковлев, конечно, лучше рано, чем поздно. Хороший отбор на чужой половине. Ланит в атаке. И еще один загубленный момент. Вот даже когда ошибается Яковлев откровенно, даже когда защитники здесь теряют мяч у собственных ворот, не получается этой ошибкой никак воспользоваться у их соперников. Мяч уходит в аут. Футболист команды Яковлев готовится к розыгрышу стандарт. Пас направо. Еще одна ошибка. Видимо, удар по воротам. Это Александра Коробкина. Таких ударов как раз со второго тайма мы уже видели прилично. Причем с обеих сторон. И те, и другие. Сбился прицел после перерыва. Ждем, у кого первого. Он снова будет настроен. Есть на правом фланге, освободившийся от опеки, 11 номер. Передача как раз транзитом к нему и пришла. Еще один переход в центре. Ланит накрывают раз за разом. И вот удар наконец-таки в створ ворот. Никита Чернеев. Вышедший на поле со скамейки запасных. Ну, условно со скамейки. Я думаю, вы прекрасно видите обстановку на игровой площадке. Нет никакой скамейки. Просто фигура речи. Так вот, Никита Чернеев вышел на поле во втором тайме и сразу же включился. Несколько раз уже поучаствовал в отборе мяча на чужой половине поля. И вот в этой конкретной ситуации сам эту атаку завершил. Началась его отбор. Снова пас налево. Идет в обыгрыш сейчас игрок Яковлев. К сожалению, номер не видим. Заброс в атаку. И это было интересно. Немного не хватило роста сейчас Роману Потанину для того, чтобы эту передачу обработать как следует. Что в ответной контратаке команда Ланит получится. Получится угловой зарыв. Тоже немало. Розыгрыш прямо под удар здесь для Юткова. Притаился там где-то 17 номер за спинами защитников. Никто не вышел его встречать. Позволили нанести удар издали. Могло быть опасно. И не из таких позиций Ялков забивал в прошлом сезоне. Впрочем, я думаю, игроки команды Яковлев об этом прекрасно осведомлены. Штрафной. Кто будет исполнять? Никита Чернеев. Оставляет на мяч Ялкову. Ялков бьет и... Что происходит? Что за удар? Ударище! Да уж, нам требуется повтор и не один. Посмотрите на этот удар. Острейший угол. Илья Лутков вколачивает мяч. Просто как будто мухобойкой муху прибил. Еще звук такой. Звук трескающейся надежды команды Яковлев на положительный исход этого матча. Вот что это был за звук, друзья. 37-я минута. Ланит выходит вперед. Они не выходят, они были впереди уже. Они удваивают свое преимущество усилиями Ильи Луткова. Потрясающий штрафный удар. И, кстати, большое спасибо нашему режиссеру за повтор. Даниил Шишков, так его зовут, работает сегодня вместе со мной на этом матче. Заброс в атаку. Зрители в чате, наверное, просто слов найти не могут, поэтому ничего не пишут. Я их прекрасно понимаю. Классный удар получился. И самое, наверное, интересное, что Илью Луткова толком никто не накрывал. Не было даже стенки какой-то массивной выстроенной. Буквально там один или два человека стояли. И этот гол. Как подтверждение всего сказанного мною ранее об этом футболисте в его прошлом сезоне. Интереснейшая концовка нас ждет. 39-я минута уже пошла. Отличный разворот какой. Выкатился здесь фактически один на один игрок команды Ланит.
Ну, видимо, это был Александр Короб. Да, именно он. Некоторых футболистов я уже что-то визуально запоминаю, поскольку комментировал их матчи ранее. Но не все. Заброс на левый фланг. Какая скидка и какой гол! Один мяч отыгрывает команда Яковлев. Прекрасная атака по своей геометрии. Смотрите, предголевая передача. Фантастическая в исполнении Романа Потанина. Егор Юдин замыкает дальнюю штангу после голевой передачи Романа Лиша. Красиво. Достойный ответ. Но счет пока по-прежнему в пользу команды Ланит. Еще один фол. Так. Нет, 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 нет. Просто судья забрал мяч, чтобы его отдать его в руки голкипера. Я подумал, что это был свисток, сигнализирующий нарушение правил. Нет. Перехват на чужой половине. 3 в 2. Контратака Ланит. Передача на дальнюю штангу. Набегал там, конечно, Азлет Кумахов, но пас получился слишком сильным. Очень нагло сейчас Яковлев атакуют. Не стесняются идти в борьбу, играть плечо в плечо для того, чтобы какую-то позицию выгодную занять. Аут на чужой половине. Егор Юдин будет его исполнять. Хорошая передача. Просто вслепую зону для защиты. А дальше падение. Штрафной назначает судья. Штрафной в пользу команды Яковлев. Мяча Роман Потанин. На Егора Югина пасуют. И удар вышел ворот. Это все сильно. Это, конечно, прицельно, но... Даже если бы мяч пошел в створ, наверное, Иван Гаврилов бы этот удар забирал. Меньше 10 минут остается до конца у нас второго тайма. И Ланит начинает свою атаку вброса мяча от голкипера. Быстро теряют контроль и... И что, это нарушение правил? Да. Видимо, рукой себе потерял здесь футболист команды Яковлев, пытаясь... пересечь центральную линию. Еще один фол. Нелевато нарушение правил последние несколько минут. А я просто напомню, что Ланиту в первом тайме фолов было многовато. Но в этот раз Яковлев их догоняет. Штрафной. До ворот очень приличное расстояние. К мячу подходит Азлет Кумахов. Илья Лутков демонстративно ушел куда-то подальше. Всем видом показывает, что он в этой атаке не участвует. Передача на левый фланг. Дмитрий Малиновский. Это, наверное, был все-таки Тимур Сулейманов. К сожалению, игровой номер плохо с такой дистанции видно. Контратака команды Яковлев. 2 в 3. Егор Юдин. Передача на дальнюю штангу. И еще один гол. В очень похожей манере забивает Яковлев второй гол подряд. В этот раз уже не Егор Юдин забивал, он отдавал передачу. 3-3. Яковлев отыгрались. Есть своя звезда и в команде Яковлев тоже. Егор Юдин. Действительно хороший сегодня третий номер. И в обороне очень ответственно действует. И атаки разгоняет, и сам замкнуть передачу как это может. И самое удивительное, что... Да, был фактор такой неожиданности. Потому что Ланит потеряли мяч в середине поля. Эти переходные стадии очень опасные всегда. Но трое защитников Ланит было против двух игроков атаки Яковлев. Казалось, должны игроки обороны все контролировать. Но позицию Ланит потеряли. Пустили на дальнюю штангу футболиста соперника. И теперь нужно начинать все сначала. За примерно 7 минут до конца этой встречи счет снова равный. Азлет Кумахов. Попытка сыграть в обострении. Мяч теряет. Продолжается атака команды Яковлев. Ближний угол бьет. Игрок не зарабатывает угловой.
розыгрыш на ближнюю штангу и не дают Григорию Рожкову как следует ему еще приложиться. Но будет еще один угловой. Так и сыграют в этот раз. А в этот раз еще более опасный удар и гол Егор Юдин. Егор Юдин забивает второй гол как минимум. Как минимум второй гол из тех, что мы видели. А может быть уже и хет-трик. Не знаю, кто забил первый мяч в составе команды Яковлев. Пытаюсь сейчас это уточнить. Яковлев выходит вперед. 4-3. Слов нет. Потрясающе. Какую игру смотрим? Это только первый матч сегодняшнего игрового дня. Собственно, первый матч третьего тура фактически. А чего еще ждать, когда команда такие опытные команды, в которых есть звезды настоящие. Звезды Лиги Чемпионов бизнеса. По-другому не скажешь. Атакует Ланит. Здесь... Не церемонится со своим оппонентом Роман Лишенко. Просто подтолкнул его на газон. Вот ворот. Что, Яковлев пойдет еще гол забивать, что ли? Меньше 5 минут до конца встречи. Планет нужно найти в себе силы, нужно найти какие-то эмоции дополнительные, которые смогли бы им открыть второе дыхание. Замена, в принципе, есть. 9 игроков в заявке команды Планет. Обычно этого достаточно для того, чтобы какую-то ротацию минимальную провести и усилиться во втором тайме. Но мы видим, что усиляется в основном только команда Яковлев. Все мощнее и мощнее они смотрятся. Уже и мяч сопернику редко довольно отдают. Напомните, в первом тайме атаковали лишь эпизодически. Когда Ланит ослаблял свой прессинг, выпускал Яковлев со собственной половины площадки. И насколько же сильно изменилась картина этого противостояния сейчас? Неплохая диагональная передача в исполнении второго номера команды «Ланит». Это Владимир Цыганов. По мысли как раз в свободную зону. Перевод. Все здорово. Отличная обработка мяча. Роман Лишенко. Отдавать было некому просто. Потеря им. Что себе, без нарушений правил. Показывает судья. Поднимайся. Сергей Грачев потрясающе сыграл. В отборе еще одна атака. И снова Егор Юдин. В одно касание замыкал. В стиле Звета Кумахова, который в первом тайме примерно вот такой гол забил. Тоже передача диагональная. Примерно с той же точки. Тоже удар в одно касание. Но 17 номер Илья Лутков, который отдавал ту передачу. Выкатил ее низом, очень удобно, так что можно было легко подстроиться. И Азрец забивал в ближнюю, здесь было посложнее. Да уже Яковлев, конечно, не спешат никуда. Все, что нужно было на поле сегодня сделать, они сделали. И на всех парах, в общем-то, команда Яковлев мчится к своей третьей победе в этом сезоне. К 9 набранным очкам. А, собственно, Ланит, несмотря на всю свою мощь, несмотря на наличие в составе игроков такого калибра, как Илья Лутков, Зрет Кумахов, несмотря на все это, до сих пор в этом сезоне еще не побеждает.
Очень спокойное судейство, кстати. Обратите внимание, что арбитр никак не удается вывести на эмоции. Все очень размеренно, понятно. С игроками общается, но... не больше, чем нужно. Хороший перехват. Вот так все-таки имеет продолжение. И в итоге даже дальний удар состоялся. Это было не опасно. Контратака команды «Ланит». Стянул на себя троих футболистов соперника команды. Александр Коробкин. Подзавозились нам. 3 в 2. Нужно возвращаться назад. Вот, наконец, мы увидели, как может сыграть последнего защитника вратарь команды «Ланит». Иван Гаврилов постраховался в своей линии обороны. Удар из ауту. Прямо путь вратарь. Меньше минуты остается у «Ланит», чтобы отыграться. И есть еще время для Яковлев, чтобы забить очередной гол. Угловой они зарабатывают вот таким коварным ударом достаточно. Вроде бы все понятно. В ближний угол, прямо в голкипера. С серьезной дистанции. Но мяч летел со скоком от газона. Плюс из-за спин защитников. Среагировать было непросто. Маленькие футбольные хитрости, скажете вы. Бесконечные розыгрыши углового об соперника. Почему бы и нет? Ланит. Окей, подбор. Подбор за игроками команды Яковлев. Теряют они мяч. Это, возможно, последний шанс для хозяев. Разыгрывают они этот аут. Удар поворота. Мимо. Ну и что, на этом все. На этом все. Звучит финальная сирена. Поздравляем Яковлев с волевой, мощнейшей победой. Поздравляем Ланит с очень качественной игрой. Потрясающая игра. 3-4. Действительно зрелищно подарили эти команды. Мы отправляемся на небольшой перерыв, во время которого вы посмотрите лучшие моменты этой встречи. А мы двигаемся дальше. Jack so quick, Jack with a gentleman's on that bitch. Turn up and this.